should all acquaintance be forgot, for old lang syne, for old lang syne, my jo, for old lang syne. Дорогая Кира, сегодня такой замечательный день, вот мы приехали с родственниками, будем тебя встречать с роддома, маму нашу, Кристиночку. Все очень счастливы, вот, мы тебя очень любим, мы долго тебя ждали. Наша доченька, мы привет. Так рады вообще, что настал этот день, мы так ждали этого события. И мы знаем, что для тебя он очень значимый, после свадьбы, это, наверное, второй такой значимый день. Мы тебя очень сильно поздравляем, тебя, твою семью, Олега, Кирочку поздравляем. Очень рады и долго ждали. В общем, все помыто, все готово, мы ждем. Пожалуйста, выходите быстрее. Будем отмечать, любим вас. И будем вам помогать. And we've wandered many a weary fit since auld lang syne. For auld lang syne, my jo, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for auld. Знала, что ты у меня в животике, а папе я рассказала таким образом. В киндер я положила листик и там написала, что ты скоро у нас появишься и тест на беременность. Когда я стал отцом, я был очень счастлив, когда мне Кристиночка объявила это. Вот. А особенно, когда ты родилась, то это был вообще особенный момент. Мне ты очень нравишься, я тебя очень люблю, ты очень красивая, вот, спокойная. Мы очень тоже ждали рождения, неважно, внучки или внука. Мы рады, что у вас появился первенец, причем такой тяжеловес. Обычно говорят Илья Муровец, а у нас получилось Илья Муромка. Вот. Поздравляем, Кристина, тебя за твой подвиг, который ты совершила. Когда Кристина была беременной, иногда было такое, что ей резко хотелось голубцов или еще чего-нибудь такого, что в обычной жизни мы не едим. Капусты квашеные или огурцов соленых. Во время беременности я ела все, поэтому ты такая большая у меня. Мы тебя назвали Кирой, потому что папе понравилось это имя. Мама искала имена в интернете, составила список красивых имен,
Вот, и из них единственное, которое мне понравилось, это была Кира. Там были разные имена, но он посчитал, что ты должна быть Кирой. И мы не ошиблись. Любимая Кристиночка, здорово, что ты родила, все хорошо прошло. Я очень рад, очень люблю нашу малышку. Кира, мы тебя дождались! Ура! Долго-долго тебя ждали. Но наконец-то ты появилась. Вот, мы очень рады, что твоя мамочка подарила нам тебя. Наконец-то мы дождались маленького бейбика. Я надеюсь, наши малышки будут дружить. Вот, и мы очень-очень-очень-очень-очень рады, что Кирочка родилась. I'm gravity lives down the street essentially. Кирочка, девочка моя, я тебя очень люблю. Когда я тебя первый раз видела, ты была синенькая. Ой, непередаваемые чувства. Когда я тебя взял на руки, то я сразу не хотел брать в первый день. Мне было стремновато как-то. Вот. А потом уже я уже с удовольствием тебя носил и целовал. Вот, это, а сразу мне было такая маленькая была, что я пока не привык, мне было страшно тебя прикасаться. I'm glad that he rides his bike on the street. I see him at stoplights from time to time. I imagine that I'm on the back of his bike. That's how. Ну, я Кирочке желаю вырасти девочкой с счастливой судьбой, чтобы она была принцессой, по жизни была принцессой, нашла своего принца, у нее было все очень-очень хорошо, вот, и чтобы она своим родителям доставляла только радость. Девочка наша, мы так тебя ждали. Честно говоря, когда я узнала, что ты родилась такая, ну, крупненькая, я испугалась, что вещи, которые мы купили, тебе могут быть маленькие. Поэтому, ну, мы рады, что все подошло, что все хорошо. А еще хочу тебе сказать спасибо большое за эту ночь, которую мы провели с тобой вместе. Ну, он был нелегкий, но я так рада, потому что, не знаю, может быть, он уже не повторится такой день. Спасибо тебе, моя девочка. Я тебя очень сильно люблю, Кирочка моя. Мы долго ждали этого дня. И вот, наконец-таки, дождались. Приехали сегодня с роддома ее забирать всей семьей. Мы поздравляем Кристиночку, свою внучку, и также мою правнучку, чтобы они росли здоровенькие, чтобы все у них в жизни случилось. И счастье, и радость, и достаток, и здоровье. Когда ты вырастешь, ты будешь умной девочкой, вот. То, что будешь заботиться о родителях, это точно, нам это, конечно, будет не надо, но заботиться ты будешь сама по себе заботливая, вот. Надеюсь, будешь работать вместе со мной, вот. Ну и мы будем хорошей семьей.
Мы будем воспитывать тебя правильно, будем всегда рядом с тобой, будем твоей поддержкой. Так что в любой момент рассчитывай на нас, и мы тебя будем всегда любить и принимать твою сторону.